Ох, еба! Все, блядь, все поели, все кнопки нажали. Сейчас придем. Бля, ходи пару, что тебе походу один камень какой-то не забрал. У меня 6 камней почему-то все. Че нам упало вообще? Давай стоит далеки, две яшмы, камень ночи, а летит и че еще? Ну и упало что-то то, что я не забрал, нахуй, логично. Чего? А, два камня ночи, да? Ну я, короче, один камень ночи не забрал с босса. Ебать, долбоёб, но... Скиньте мне камень ночи, чтобы мне так обидно было. Ебать, честный геймер. Бля, да я тем более, я тебе вчера с поясов пригорел, но у тебя сейчас камень ночи гореть, просто я. Все, заебись, все удачно идет. О, у меня есть аукционы, что-то купили, либо прилетело обратно. А, понял. О, у меня камень ночью собрался. Да. Сам спустот уже не так. Хуя не... А что ты мне закинул? Двое... Правильно? Двое же ботинок, да? Да. Че не так? Ну правильно, да, все. Но было 7, ты продал 2, да? Да, я продал 2 за пятерочку и все. Да, хорошо. Отдохни, а то ты будет ебать. Ты не хотел попробовать тебе на самом деле. Не могу отвлекаться, ребята. Та-ра-ри-ра-ри.
Давайте не обозрёмся, пацаны. Так, теперь мне нужно стремчик включить. Это как? Отключаем. Кого статус? Статус активник, да? А сколько ты карту будет до конца мишени? А? Сколько еще будет капов до конца? Два. Ну как раз мне как раз до конца межсезонье А6 оф хэнд, А6 жестов, я фула 6. И мы с тобой врываемся, блядь, топ нахуй тирлист, ебать, ладера. Хоть, блядь, у меня напарник нахуй бомжная такая. Ой, пизда, нахуй, улетел. Улетел. Там у меня крашнулось. Из-за того, что трех еще? Из-за того, что я в два ранее стою. Нет, по идее, со стримом не должно крашить. Сейчас я просто в кулаку стучусь, или в кулаке. Короче, я зашел, я крашу. Это бывает. Не, Войт, он не популярный стрим. Сейчас, ебать, я подрублю. Да, хуй. О, стрим РБК со звуком, кайф. Со звуком. Потом вар 8-200 накрутил. Ой, ебать. Тебя берите вар. Омэн. БДП. Что еще нужно? Помпа. Вы умрете. Да, я вспомню сейчас, как еще на эту суперкнопку. Ты на стриме, Сань? Да. Значит, смотри. Че смотреть? Видишь, что да, по IPS ебать. Это рейтинга 0, да? У меня рейтинга, да, нет. Сейчас, Сань, как сейчас, нет, я активно. Не, у меня тут поясочек, типа 13 кисти для даблсета, 2 треки на свитч. А нихуя не свитч, у меня очень похуй. Тут нужно четвертую профу перекачать вот эту вот хуйню ебан. То чарка на чах не актуально. Я хуй знаю, что-то интересное есть. А, ну это прошу БП. Да хуй знает, на шипах какой играть? Вопрос. И вау. Сейчас, подожди, пока макросов поделаю. Ой, за сколько продаешь? 4,5, братан, 4,5 нахуй. Для тебя. Ну, для тебя 5 нахуй. Да от меня, блядь, для тебя 5 ебать. Я хуй знает, я в два? Не, я не в одно. О, плюс пояс. Точнее, минус пояс. Плюс пояс? Нет, минус пояс.
А я за попкорном у него. А сейчас будет, блядь, секс нахуй. Сейчас будем трахаться. Не, у меня, кстати, частота с пугами нормальная, но... Я с кем не играл? С кем у меня тут? Два луза просто зашли, сделали лив 0. Ну, мы тут проебали. Тут очевидно проебали. Нормально бахали. Че, вы все играете, нет? Нет. Мы попросили директ. Че скажешь, тебе лагают? Я вообще не лагаю на построении санком, но... Не, сейчас на арену зайдешь, и у меня будет лагать. Это из-за того, что я перезапустил игру, у меня не лагает. Сейчас пару аренок у меня будет лагать. Я специально все выключил, чтобы не лагало, типа. А так у меня будет лагать сейчас. Чего с ником шизоид? Это, да, вообще неудобно, честно говоря, что поиграю, вот тут вот если группа я находится. Я не вкуриваю, блять, пати миликов, блять, рога, вар, ретрик, блять, и просто минус 2 на минах, ебать. Чё, нельзя, что ли, подойти, блять? Вот если бы группа, ну, типа, игроки, можно вот сюда нужно ставить. Рейд вот сюда тогда, если килить, и вот сюда вот группу. Тогда это удобно будет, да, когда у меня все игроки находятся. Сука, вот это можно поднять? Брод. И туфли продал 4-5. Нормально. Сука. Да ебать. Кажется, идеально прицепил. Так, я готов. Начинается кекс, ебать. Бля, может, бля, зумера нет, сейчас я, может, мы сама апнулись бы на вас, нахуй. Я не знаю, он не играет, он на рогалике тоже с ним играл нормально. Я ему вчера написал, говорю, пойдем арену, он пишет через 10 минут, нахуй, а вот меня в Вуду позвали, в аспект, я в итоге пошел в Вуду, а не с ним в арене. Я не знаю, с кем играет. Чего пишет, типа, ну, блядь, пишет, мол, почём, я пишу 4-5. Он мне пишет, блядь, ну, типа, ну... Ну, по вам. Он мне пишет, типа, за всё, говорит. Гол похапало, цапа и... Открывай. Давай вару, давай вару. Давай, давай, вару. Пихи его опыт. Дотай. Давай. Вы за доту и... Сало дам. Убивай. Я скан ещё дам. Все, уходи. Уходи. Значит, выбери? Да нихуя не выйди. Все, просто... Не-не, просто вара, лос. Ой. Просто вара, лос. Что за гений, нахуй, бать? Уходи, куда ты лопаешь? Беру хэпала надо. Сейчас я сапну пала, лос. Лоса и палка. Бегай, я точку. Давай, не вывожу. Сапай. Все, я вывожу маранс. Давай, оп. У меня сало есть. И они там сало, да. Ой-ой-ой. Блядь, на сало по вару, ебать. Чуть Юра, да. Проебал в соло, нахуй. Да нет. Я говорю тебе, ну, хэпал играем. Так,
Там 19 тысяч хапало, ебать, вам нужно было хапало. Очевидно, нужно хапало, короче. Тебе нужно сапнуть холика, я подбегаю к дисплею, а ты даешь чипки повару. Бля, сколько не норм. Сейчас. Да нет, там за мое сало чипки и повару выбивается бабло, типа, и за ШС мы убиваем со второго опена. Хапало всегда тонкие, в вара играть это бред, там очень много сейва у хапало. При том, что я сейчас затупил, но он все равно бабл нажал, ладно. Там хапал голый, типа, его вообще шотается. Я еще туфли продал 4-5. Бета там полетел, нахуй. Такие, блядь, крутится, лавэ хануется. Не, ну вот еще так неплохо в рамках подыграли, не понравилось. Да хуйня сейчас была полная. Ну вам за экспресс нахуй, вы нормально будете играть. Ку-ре. Чел хочет двойку поиграть, если че. Сап идет. Я попытаюсь наполутать. Не-не-не, варм, можешь ДК сап? Представь, играем там стойку. Там стойка. Сделал. Если я сниму, попытаюсь. Ваня. Он меня играет. Вам пизда. Дай щит. Я дал. Я на тебя там хуйню всю повесил. Давай, можем креста? За сало. Блять, мне сало сам. Я тучку сейчас отдам. Уходим. Там приз без трини, можно ДК убить. Можно приста убить, там нету зубов. Ты есть? Да. Сейчас вернусь. Некроту, да? Я просто пытаюсь. Не, я не засейвлюсь. Не фул. Я дам блайн, по ДК живешь? Я хотел себе снять. Ман. Нет. Короче, для этого стапа. Просто пытайся сапнуть ДК. Что будем играть? По ДК мы не сыграем, там чел во фростойке просто АФК бегает. Попробую через выпрыгиваешь сразу через ШС сапнуть. И чип гол лучше по ДЦ. Я подбегу как раз. Он если врубит, то я сапну приста и чипка уж там подыкает. Не, там можно, если у тебя символ на этот спринт есть, тогда можно сапнуть. Там прям по-дикому можно, по беспределу сапать. Беспределу лишь? Ну, помнишь меня сапали? Сними с меми. А чё тут? Сапнешь? Ну я через ШД только могу сапнуть. Кого будешь сапать? Я могу через ШД сапнуть приста и похонту. Можем... Давай, я дизарм дал. Дал обдут. Так хуёво окна вообще, максимально. Я снял с тебя. Шел еще обдут. Максимально хуёво окна. Я сейчас верну. Иди нахуй, сука. Снимайся с тебя, шел был. Я... Короче, не буду. Короче, же было хуёво, но... Голо. Да он, блядь, дал нахуй ракету ебаную туда, прям где я шлю. Там 17 тысяч приз, ебать. Че, ёбрись, куда его можно просто взорвать. Да там трапа стоит, я могу прыгнуть только через ШД, типа я прыгаю. Это, да. Там. Через ШС, нахуй, не через ШД. Через ШД, я если через ШС прыгну, меня выбивают сразу, понял? Я типа заранее ШД включаю и прыгаю. Если тебя щит, как тебя выбьет? Так там она светит, она же не урон, там свечка стоит. А, лучше, свечка вообще. Через ШД, чтобы сразу сапнуть, типа, чтобы они в комбат не успели войти. Я понял. К
Короче, регнули аж жёлный руб, нахуй, вместо РБРК, ебать. Туман. Пиздец, типа, ебать. Тесса. Я шизала эту туру. Можешь? А. Гуч, давай такая, можешь? Это мисс. Давайте не обогрёмся, пацаны. Это будет красиво. Я если не снюсь. Прыгаю. Выжить. Можешь Блайн подать? ДК. Давай, давай пистолет, давай пистолет. Ебашь, там сало. Мы босса раньше дозорных убили. Ну, добейте, добейте. Зубы. Один брат. Хорош, хорош. Хилево. Дай чем-нибудь. Хорош, ребят, хорош. Бля, я вообще без инвиза побежал, пиздец. Нахуй, да. Это туповатно. Да похуй, я не лучше. Ну сейчас сапну, короче, он не вырубает, я смогу сам. Он не вырубает, да, он пытается по-старому вступить в комбат. Я, короче, сапну и все, типа, откроюсь по присту, ты раздотаешь и сразу усало, ему дашь, он умрет. Я сразу усало, да? Пула. Типа, без чипа, да, типа, открывайся. Типа, сразу он будет. Смысла нет, очи. Ты с кем аренил уже? Ну, зря ты это делаешь? Да. А? С кем аренил, брат, на ДК? Ну, ДК, я ни с кем не аренил на ДК. А почему у тебя рейтинг такой маленький? Ну, а? У тебя 279, а мы заканчиваем. Я заопанил его сейчас, заопан. Ты с кем-то аренил на ДК? Я ни с кем не аренил на ДК. У тебя рейтинг? А, бля, это Стелла, ебать, все, сори. Не фулл блайн. Я нажал, что? Шифер нет меня. Или сапли. Как комбатик пойдет. Фулл сап дал, пизда. Ну, можно будет, если он меня не ресапнет, то можно будет убить рогу. Выходи, выходи на меня. По роге поехали? Давай, давай. Салпец. Там рога ебло, это нахуй, блять. Он дал после стапа роги у тебя вниз, но. Ну там вообще приз должен был стапа фернуть, по идее. Так он тебя теряет, потом должен был еще раз фернуть. Фулл блайнд простоял, фулл стап, был бой. Там, кстати, это чел, кажется, где-то. Типа, я хуй знаю, что они меня убили. Инвалиды какие-то. Ну я похуёво сапнул, то есть ты комбат не словил. Я с тебя подвижу, полял у тебя как? Как он сапнул? Ну я Ваниш нажал, он, видимо, проспамил. Хуй, хуй знает. Там фрагмент вяжем, что 100 голды продают на ауке. Иди, брат. Прям что-то слишком. А сама Яшина 500. Это камень. Кому кто вообще вставляет эту Яшму? Там в ПВП вроде как или кто-то? Да. А, только в ПВП вставляет, да. Рез МП5. Не, мы проиграли один бой. 1000. Потом мы проебали для себя катов. Мы ж потом их выиграли или это другие уже были? Не, мы их выиграли. Там же. Видишь, где шел дыбок. Он, бля, ебаная у него имба
Ну, он был бы, конечно, мага и был бы сильнее, чем гоблин. Там какой-то тупой бекал, он включает стойку и просто, типа, ФК стоит, пытается выбить тебя. А яшма — это какой камень? Синий и какой? Яшма. Яшма — это зеленый. Синий и какой? Желтый и синий. Желтый и синий. Равно зеленый. Я точно зарегнул, что за... Да. А, у меня салку еще купил один пояс, хорош. Бак ты поднялся, по-моему. Уже 51 тысяч. Нормально. Вот, блядь. 208. Егорыч, как тебе такое? Бля, так у тебя 2000 почти. Ебать. Что за бей, с каким-то там рогаликами играл? Без войса. Так, что-то апали. Я с одним только рогой, кажется, войс играл. С Дэнчик. Сам? Хорош. Давай. Давай, давай. За руку давай. Хорош. Ты прям, типа, ты так не влетай. Нормально, так и должно быть. Бля, так ты хотя бы, типа, палец дай и две доты, когда я гоуш дам, и потом... Так, он зубы нажмет моментально. Если ты хотя бы, он не нажмет. Нажмет? Ты, типа, просто, ты, он не будет три. Не, 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 там, в этой ситуации, там, суть в том, чтобы как можно позже, но, блядь, нажал ДЦ зубы. Ему самое главное продлить сало, а не накинуть доты, блядь. Типа, ты с Гороте открываешься или с чего? Не, я даю чип и гауш ему даю. Он типа, если ты он запинит... Да. Он нажмет зубы под просто под конец гауджа, и все, пизда нашему заезду. Нам нужно рили зубы, просто нашим. Я не нажал. Я даю сало, но зубы не нажал. Ну давай, хорошо. Если бы ты с Гороте открывался, то окей. Я просто не вижу твоих Гороту. Типа, я должен летать вот так вот. Я тебе еще и говорю, вам буши сразу. Тебе там нужно моментально прожать. Кстати, надо, кажется, был. А это как? Кстати, мне чё предлагай, брат, 12 сфер, нахуй. За что? За шмотку. 12 сфер? Ты да, даешь одну, делаешь две. Хуяс. Я не знаю, но я сказал только деньгами. Вместе 800. Типа, вот это работает только против ДЦ, типа, так и надо играть. Против других ты даешь чип гауш, это очевидно. Чтобы я продисплеил, дал 3 доты, потом засало. Без... Ну, это против крипалов. Типа, так хорошо, потому что я даю сало, ты не нажимаешь ШД, и мы за сало его до бабла садим. И за второй опен за ШД убиваем. Без сала уже. Это против крипалов. Против Аршамов там дается на НС-ку. Чтобы он НС-ку дально не нажал и досаживается. Ну я, короче, еще там... Бой играй, и мне на Алгалона надо будет сходить. 50. Холерик. А мы пойдем тогда на ДК поиграем. Суть въезда в ДЦ почему? Чем он позже нажмет зубы, тем у меня меньше шансов. Это будет красивая победа. Да я понял. А что тебе в Улду надо? Да попросили там помочь. Гологолона убить. А, ты можешь сказать, пойдите нахуй, бомжи, да? Ну это с статика просит. Там люди... А ты меня кикнул, бля, со статика нахуй. Да я тебя не кикал, не пизди. Ты мог за меня спрячься нахуй просто. И так я говорил, что, блядь, бывает, он сказал, что типа нахуй мне надо такие чаи. Ебать. Что за статик?
А, я не редко. Десятка? Это урвал. Ну то хуй знает, какой-то тут состав. Были нормальные челы, двоих уже забанили, блядь. За файхак. Я теряюсь, я что-то вообще, блин, я на X3, когда там, ну я много аренил, тоже там дохуя игр было. То там типа привыкнул трохи, а тут я перестал играть, хуй поймешь. Привыкнуть в эту хуйню. А это что, пал? Ну да, пал, да? Давай пал. Давай солды. Я снимаю бабу. Понятно. Ебать, человек. Я сейчас убью. Не-не. Это ссора? Да, это ссора. А там баба? Да. Я ушел. Близко, да. Не сюда. Нихуя кистевое. Давай, я даю им сам. Ну что-то нет, нам надо уйти, блин. Я дам блайнд по ханту, 20 секунд нам пожить надо, мы можем? Ты уже можешь долго. Так. Хидмин. Ты что, ВДш, ну драпал? Нет, я три. Как он снял, блядь, это? Вау, глопал. Я тебя не прохилю. Я ничего не... Блять, пиздец. Что да я даун, я хотел ресабнуть ханта, а я там пет, и я понял, что это уже не возможно. Я думал, ты дожмешь, ты ШД даже отдал, типа, на первый опен. Да мы не выбили бы нихуя. Выбили, а все нормально было, я инстарт на снимал бабл. Я думал, ты дожмешь. Я 3 доты дал, сало дал. Я думал, ты дожмешь, что ты начал, ну, типа, вместо двух амбуш убегать. Да я хуй сделал, я уже понял. Мари, слышишь? Там ДК. Антох. А. Ты положил. А, все, я молчу. Я в пятую или в четвертую положил, да. Который смог. Там ДК. А кто положил 6 сфер? А кто положил 6 сфер? Я положил 6 сфер. Давай. Я сало. Ой, сейчас я сверну. Сверну. Дизарм дал. Просто бей. Бля, я бы сейчас вышел против вас сразу, подразъебал бы вас ваш попал. Пососал бы. Кстати, а это типа ДК, это, блядь, наша гильдия, Ловик Виннер. Да, да, ох. Ну охуел, да, он сапается, как долбоём. Да, я тоже сапаюсь, как долбоём. Ну ты хотя бы что-то делаешь? Пытаюсь. Так а чё, ну так у него выбор спула. А тут сейчас работает, если пета, типа, направляешь сразу комбат? Пета не работает. Он должен отдавать эту хуйню свою. Да, он должен смотреть. Если он отдаст эту хуйню, я жду, я ему сказал, ждам ты за шапку своего. Мы ШПР ебем, кстати. Они слабо одеты, поэтому, может, мы их так пробиваем. Да нет, там нормально одеты. Ну, как мы плюс-минус. Я не знаю, как ты одет, но я голый. Ну, я опять, но у меня, типа, фул остальной шмот здесь. Ну, я тоже. Я опять, и я в косту. Я смотрел, как в соло, типа, там, или кто-то убьет, типа, можно дать, ну, там... Надо как-то, чтобы без дот, и он типа тренит по-любому, я блайнд ему даю, и просто потом добиваюсь. Это, короче, фейк опен. Типа, ШП не докастовывает палец, ДЦ далеко в сапе стоит, и чип-кит не дается по ДК. Тогда ДК тренит, ему дается без этих, без дот блайнд, и они идут до ДЦ.
Не, я имею в виду наоборот ДЦ, так типа, то чтобы он зубы отдает, он отдает триню зубы сразу по себе. Я ему даю фуловый блайнд, он у него стоит, типа, контролем ДК, и потом я убиваю куста. Все не будет тебе кидни, сразу это давать. Типа, он в кидни просто сдаст зубы. Может, он, конечно, и тринканет их, но я бы не тринкал, я бы в зубах стоял бы. Ты тринкуешь только ШД, ебать. Но ты не можешь, типа, предугадать, когда тебя рога ШД на бог заопнется. Поэтому я стараюсь все время зажать зубы, когда мне что-то дают на роге. Но если ты даешь зубы, ебать, типа, даже в любой, типа, въезд рога, да, даже без ШД нафа, он все равно теряет время, ебать, ему надо, блядь, ресетнуть бой. Там ДК раздупляется, уже начинается каламбур. Да мы если... бобы, мы играем одинокими. Ну нормально. Но есть такие, которые, типа роги, про которые стараются, бля, выбить зубы и просто зарисать любой, нахуй. И со второго въезда нахуй, типа, уже убить. Против ДК сложно ресетнуть бой. У него лунжа, дотки. Надо? Что я не могу делать, нихуя? Давай. Бать просто на маунте упрыгал. Че, он не сдает? Город туда. Я сейчас сдохну. Ебать, да прокасит. Так, все, я пошел в десятку там, потом еще. Заходи, ДК. Давай пару боев, я хочу. О, мне еще один купили пояс аука. Хорош. Ебать тебя там. Ну нормально, типа, первый по этому. А кому мы проиграли два раза? Мы проиграли... А, Ханту тогда проиграли. Проиграл Ханту и ДК ДЦ. Короче, два раза по моей вине. Так, ладно. Все, по-моему, все узы, можно, блядь, тебя скидывать. Это можно легко. Давай пару боев, 5 игр отыграем, да. Да какие 5 игр? Мне нужно ДК подыграть. Горы, ты играй силка. Не хочу. Потом Саня, потом БГ пойдем. Хуясь. По 200 это дешево? Точно. Хотя давай. Да, за лицей 200 это, по-моему, дешман вообще. А везде как дешевые камеры. Давай 20 минут и я там с человеком пойду. А я что, не человек, что ли? Меня в 20.00 позвали уже. Хоть тебя позвали? А меня утром еще позвали, мне сказали, пойдем играть. Во что? Футбол. А, на улице пойдешь, что ли? Или футбол виртуальный? Какой, блядь, виртуальный у меня. Наебать ведро, блядь, еле-еле стрим тебя тянет там. Сейчас на улице идти, ебать, когда бовка есть. Ебаный, бро, ты чё на... Блядь, нас не регает. Ну правильно, блядь, на таких бомжей, блядь, как нас, нахуй. Никто не хочет ходить. Да вот тебе проки нормальные. Ну правильно, мы на 1700 были. Ладно, ждем бомж. Ждем чего, ты ж там какой-то. А, там хп вар с 2К есть. А что-то мне так хп мало, но мне что-то не одето, ебать. Да не, мне кажется, все одет. Все повыешное. Не, мне что-то не одет. Понятно. Шел уже. Че не помню. У меня были ПВЕшные эти ботинки. Так, завтра нужно будет обсудить, когда мы 20-катку ставим. А ты в четверг работаешь? Я сейчас в отпуске. А, значит, на четверг? Я задумаю, я думал, Саня, тут, думаю, что Саня сегодня должен быть на работе, захожу в Лифт-Сити. Не понял. Я даже смотрел, блядь, 10, 11, что-то его нету. Я думаю, написать на работе, что ли? Я тоже в отпуске. Ставил свои 5,
Стой 5 копеек. Стой 5 копеек, типа 208. Все на отпуске, да. В бессрочном его. Ну, 20. Блять, на четверку еще 5 косых кидать в банк. Надо будет побольше денег делать. Как-то мало. И 20. 20. Да, Егор? На ком-то для этого. Мне, кстати, нужно винт сделать, чтобы не ледяные оковы были. Мне нужно вот винт сделать на ледяное прикосновение. Бля, я не знаю, просто это мне одеть шею, на которая дает этот минус 20% к сбиванию костов. Ну, потести. Да какой типа тысячи вообще. Если я одену, я проебываю СПД нахуй 40, нахуй. И хасты, и хас проебываю. 40. И чё? Нихуя тут меч, две дырки, 104 силы, блядь, тут. И монорез. Ебать. С этого, как она называется, блядь? Чёрные вдовы, блядь. Да ну, ты въебываю, я не знаю. Он, блядь, такой же, если чё, как с робота. Да? Да. Блядь, и статы въебываю. Бля, я хз, ну, блядь, ты прижимаешь. Да, блядь, забей уже нахуй. Похвадил. О, гробницы укинайские, блядь. Чё там? О, это ШПДК. Да, и Фрост. Это Фрост. Я что-то мискликнул, хер отдал. Да? Прикольно. Прожарьте. А, меня играют. Я играю, да. Сейчас я тучку выбил. Солода ко мне заебется. Я снял от гриппа его. Я сейчас кайлами, может, его закидаю. Сейчас. Ой. Ты от ПДК живешь? Да. Теперь хуёво стоит, пиздец. Я сейчас вернул. А, у меня есть еще есть. Я не закрою. Нормально. Все, я сейчас убью уже. Я сейчас есть. Поебать. Снимешь? Че? Куда? Снял. Как же я долго пиздил, но это было незаслуженно. Незаслуженно было? Пиздец, как долго пиздил. Ми. Окей, а инстапрокен соус? Это, кстати, не они. Бля, у меня есть какой-то талант. Талант, вот. Снижает время действия примененных к вам оглушающих. Да, лишающих речи эффектов. А тут пишет, эффект аккумулирует, не аккумулирует с эффектом других заклинаний. Эффект не аккумулирует с эффектом других заклинаний. Смысл? Ну, то есть талантом он не работает, то есть 50% не будет срезаться. Вот, да, это сюда. Получается говно, блин. А для Сау сколько длится? Это надо в песне сейчас с тобой стоять и тестить. Пойдем в флок, и это сало. Сало или касса бьешь? Это... Бля, это хуёво. А чё, не сильнее, что ли?
тебя, блядь. Да не очень-то, но все равно неприятно. Что сниму? Снял. А, это не мне было, это не мне было. О, ебать, ошибся. Не тебе было. Но там тира нет, если что. Хорошо. Я даже трик не сливаю, если что. Я, кажется, ошибаюсь. Попытка номер два. На Япония красиво, конечно, играет. Да нет, кто не ебан. Нет, я образно не даю пир, плюс этот нахуй, блядь. Меня ломил стек. Блядь. 4 секунды фир, на него. Да прожил. Ты. А он фиряет и че дает шип мне просто, блядь? Хорош, блядь, разъебали, тупо. Кого? Голова? По маку вниз. Кого разъебали-то? Ну вы, блядь, вы на арене. А ты смотрел, что ли? Да. Сейчас. Сейчас, стой. Да, ля. А ты придешь еще, Антон, сегодня? Я вообще хотел лоф. Чё? Я вообще хотел лоф отслужить. Да похуй, ладно. Возможно, почему? Точно. Да, хотя я уже привык к этому. Блин, мне вот эту хуйню нужно поставить. Куда? Блин. Четыре, пять. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Да, когда можно её загинуть, Лёха? Кого он даром? А что, ты еще хотел поиграть? Ну, попозже. А во сколько? Ну, во сколько ты придешь? 9 где-то. Ну, я могу. Да надо, блядь, 200 апнуть как-то. До конца сезона, чтобы, блядь, просто так этот ап не проебать. Там, блядь, 8000 апов. У меня 10. Так. Где-то хоть у тебя вот уже 2000 почти сможешь купить. Ну вообще, вот как мы сейчас отыграли против Мак Шапелл, таких мы бы любому типа нормальному, даже разетому въебали бы, вот такой игрой ебать. Ну, я да. Ни одного шипа не шибу для шнуть, куда-то выбежал, дал фир нахуй шип, этот фир в арк, что-то побежал, полетел, ебать. Челики в аху, ебать. Это, кстати, они. Они? Это они, потому что долго рядом. Я не знаю, зачем чел играет First DK, когда Анхоли... Блин, ага, понятно. Yeah, мне пизда, если что. Да. Ставь этот... Все, поставил? Да. Я постою, тут поживу, а там посмотрим дальше. Все, я полетел. А, зеленка. Есть гриб? Да. Ой, блядь, ёб, я поторопил. Бля, не, это надо отработать нам с тобой. Ну, я ничего не могу сделать. Просто бей. Нет. Будем ничего делать. Хотя? Есть? Я даю. Нет. Блять.
Попытки будут хорошие, там взрыв пета. Он фейкуется. Есть гриб? Нет, я тоже что-то пета. Гаргу призвал. Есть грип? Да, не подождись. Грип. Блять. На сало нет. Это стрел. У него гарга прям нормально сделал. А, пошел лос, эти бай. Бай как бы я учил. Там гарга прям нормально. На грипп лос. Да, есть? Давай, гриппа. Пизда, я купол ставлю. Давай. Где купол? Нормально, живу. У меня щит от купола. Опять надо играть. Будет взрывать его. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Хуй знает, там фулл мана у чела. Есть фир? Давай. Там взрыв пет. Он не гриппится почему-то. А почему он не гриппится? Собрат может быть. Уже второй раз так я его фиряю, но гриппа его не гриппится. Там не фулл мана у него. А, там пол. Все равно. У них сейчас гарга будет через 3. А святая клятва, можно пробить его, блядь. Есть фир? Есть фир? Фирай, блядь, фирну. Давай долбим его. Зеленка. У тебя гарга стоит, хуярит. Мне похуй, у меня еще зубы есть. Я его рот ебал. Гриппа? Давай. Да не фиряется он почему-то. Бля, может я рано, не может я рано жму нахуй. Дай долететь ему. Не, он не может, ну типа я что-то дамажу. Он не может пойти пить. Сдохну, если идет пить. У него есть пета есть. О, дробящая меткость крит. Есть фир? Давай. Хорошо. Я по мане просел. У меня есть еще есть купон. Там плея. Блядь, нам не попажить финды, но финда не скоро. Есть фир? Гарга, давай. Блядь, есть фир, но мана нет, сука. Гаргу призываю на последнюю. У меня купол есть, что есть. Блядь, это гарга улетела. Блядь, она так улетела, что я не могу на нее убить. Убей, не беги на нее. Нормально, сму. Это наш шанс, она сейчас на мой расстреляет ебало. Да, нет. Мне купол нужен, все, умру. У меня нету. А, нет. А, ну все, взорвал. Бля. Нету рун, сука. Бля, ну шансы есть, кстати. Шансы есть. Если бы я, блядь, из этих гриппов на хотя бы, блядь, половинами попал нахуй фирами, блядь, ну, то мы бы... Видимо, нужно подождать, пока он долетит, типа. Так, да, очень прикол, что, типа, ну, он, наверное, когда летит, он считается, что он находится еще на том месте, откуда ты прибыл. Да. Я так думаю. Ну, типа... Просто пока он долетит, нахуй, он уже на меня таргет включается и дает не хочет стоять. Ну, это очевидно. Все, там будет? Ну, у тебя, кажется, он, наверное, побольше, чем нахуй ты, нахуй, но... Блядь, шансы были, он прям... Пару раз он вообще, блядь, охуел. На крополях, да, он там выживал. Немного не хватает. Нам фир тринка, фир бабл, next фир килл.
Бля, ну конечно там у него сейвы оставляет. Не-не-не, там свои сейвы пойдут, там не два гриппа. Там как минимум должно быть 5 или 6 гриппов, а не это. Там главное заезды делать, типа, хорошие. Вот как у нас было 3 заезда, кажется, он почти сдох. Не, ну он где-то посерьезнее немного. У него первое место дотки, он типа АУЕ шел. Но он лучше меня одет, кажется. То есть, не, конечно, профессионал, но он, кажется, одет получше. Я когда выходил с ним с протопалом, ебать, против них, он меня взорвал просто, засал. А сейчас что-то он прям вообще ебать, ну, как бы. Ну, ты голенький был, типа, ты сейчас уже потерял. Нет. Нет? Прям недавно, ебать, о, блядь. Давай я расш... насал. Бля, грипп. Да. Я еще купол. Я фернет. И ты это съел? Видишь, какого дайте? Да, он меня уводит, конечно. Кудрило. Не могу до него дойти. Но я его там закидал. Я его там закидал кайлами, но этого не помогло. Тут хилится. Он сейчас хрять будет. Больше лапов кидаю на него и этот он. Давай, я зеленку взял. Да, фирму все-таки. Да, это хуёво. Сейчас будет грипп, будет... Меня убьют сейчас. А я что сделаю, блядь? Блядь. Ты от меня залосал, нахуй, блядь. Ну, потом не залосал, а тебе бежал. Ты первым прикинул, что ли, туда далеко? Блядь, я на центр арены бежу. Понятно. Как я его не докидал, сука? Чего 100 хп осталось? Ну я просто буду по мне играть. Не видишь, что я голый. Сейчас я лучше сыграю. Моих ошибок. Ну за шмотки добить, блядь. Я на этом ебаном ДК не могу. Хочу бегать, типа. 3 чарами в РБК, но кончик. Сори. Ну нужно. Нужно топор выбить. Ну закинь, пока на варе нахуй не играю, зачем тебе вар вообще? Я РБК фармлю для Т4. Чтобы типа не ебаться, не выбивать, а купить. Я лучше орать ебусь с этим только и все. По мне нужно фармить целый месяц, чтобы, блядь, фармить. На 2 куска. На грудак и... Бля, не хотелось бы им проебать. Да и грипп проебал, хуёво. У него эмбарас. Не, я бы тебя поднял, если бы я вышел бы с фера и сразу бы тебя начал хилить. А я вышел с фера, пока я бы тебя добежал, нахуй, я уже все не забивал. Я тебе даю щиток, они его не забивают, мне говорят, да ебать. Ну, у тебя усиленный касс следующий. Ну, блядь, типа, быстрый. Я понимаю, что у меня быстрый касс, но, блядь, ГГД-то, блядь, сбрасывается. Ну да. Пустись в лапу. Давай потестим. Шушаем. Ну, блядь, у меня там крашено. Клаки? Да, если я сейчас куда-то темпнусь, у меня крашено, то у меня FPS очень мало. Ох, по идее, если я увижу очень много людей, то мне кажется, короче. Ну я могу просто посмотреть на сайте, если она рилер работает, ее будут все носить. Потому что я помню, Кири носил ее. Норд, Долоран. Ну значит, это тарит. Не рискуй.
Здорово, бандиты. Здорово. Здорово.